Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Перед вами стрептокарпус из моей коллекции, которые цветут на сегодняшний день. Так, немножко расскажу вам. Хочу, чтобы вы тоже полюбовались. Кто желает полюбоваться. Вот этот называется ват птица. Это ват птица. Он еще только начал распускаться. Еще не до конца раскрылись цветочки. Все это первое цветение. Очень красивое. Так, к этому мы переходим. Вот правильная передача цвета. Это у нас спин арт. Красивый. Второй цветочек. Еще красивее первого. Так, Орликин Дамсон уже отцветает. Это ДМ-22. Вот красивый тоже. Желтая серединка. Вот еще не расцвел цветочек. Еще не до конца раскрылись. А вот тропический бриз. Я делала фотографии. Цветочек уже отцвел. Уже такой блекленький немножко стал. Но очень долго цвел. Почти месяц. Это Лола. Так, а это у нас... Это ват Иришка. Цвета. Вот она. Такой яркий. Красивый. Это на солнце бликует. Немножко. Тень. Так. Это у нас ДМ-49. Вот эти синие цветочки. Очень долго расцветает и долго цветет. Вот смотрите, маленькие такие цветочки. Вот они почти черные, и потом они расцветают и становятся вот такими. Недели две, наверное, вот с такого маленького до такого, пока он расцветет, прошло. Так, и это ДМ. Тоже ДМ Шармель, по-моему. Да, это Шармель. Тоже первые цветочки. Тоже красивый, дрявый. Ну вот, на сегодняшний день такая картина. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии. Пока-пока.